Ситуации, спрашивает Людмила Девичья. Чем больше читаю мантры, слушаю семи, тем больше неожиданных неприятностей в моей жизни. Помните, я говорил, по вере вам воздастся, сказал Иисус Христос. Не будьте пессимистами, будьте оптимистами, тогда вот эти коды все, заклинания и все остальное будет давать вам прекрасные события. А так вы пессимистка. Пессимистка, и из-за пессимизма Васева случаются с вами неприятности. Пессимизм. Вам не надо пессимизм, не будьте пессимисткой. Вам надо становиться оптимистом, тогда будет ни в чем не дело. Это никакая не карма, это ваш пессимизм. Просто я смотрю кинокомедии, а вы начинаете читать о том, как Путин захватит Украину. О чем мы? Мы в разных мирах живем. Уберите деготь из-под носа. Ирина Плотникова. Вчера закончила пятую обновленную ступень со второй попытки. Ура! Сказать, что это было фантастическое действие, ничего не сказать. О, потрясающие знания. Возник маленький вопрос. Практики по поднятию кундалини. Кундалиня. Использовать только с пятой ступени или можно из мастер-класса? Можно из мастер-класса. Простите, если вопрос некорректный. Корректный. На ступени вы говорили, что практиковать те практики, что дали на ступени. Практикую. Это космос. Даже пока не готова представить, что будет на шестой. Вот то, что у вас сейчас пять ступеней, умножьте на два, будет на шестой. Хочется делать все, что вы даете, но понимаю, что быстро невозможно. Согласен. Мастер-класс — это чудо какое-то, особенно тайное слово. Верю, что знания приходят именно те, которые необходимы. Вам нужно убрать вот это. Мне приходят там и так далее. Уберите это, вам не надо. Верю, что приходит — это фигня. Вас научила какая-то неправильная эзотерика. Не используйте это. Верю, ко мне приходят деньги. Хрен вам ничего не придет. Никакие деньги вам не придут. Хоть верьте, хоть не верьте. Это плохие слова. Вы включаете эгрегоры плохие. Вы попадаете в них, потом вырваться из них невозможно. Не надо никаких верю, что придет. Не надо никаких верю, что деньги приходят и мне там дают. Нет. Говорите, скоро у меня будет это все. Вот это правильно. Вот только так действуйте. Не попадайтесь на удочки маразма. Это приводит вас в тупик потом. Вы потеряете, а не приобретете. Я говорю вам серьезно, поверьте моему опыту. Вы же пришли ко мне, я имею право вам посоветовать. Живу в Италии, работы нет. Ах. Но есть хобби — маловарение. О, люблю и обожаю делать композиции, правда, хоть сопродаж, но пока совсем слабо. Стоит дальше продолжать? Да. Помните, я говорил, найдите много людей, 1000 человек, создайте группу по маловарению, записывайте видео, делайте это на итальянском языке. Все делайте. Делайте маловарение, делайте какие-нибудь крема из местных там продуктов каких-нибудь. Все будет. Добавили, взяли там, я не знаю, взяли масилка, добавили водичку, перголяторе это все перемешали, добавили аристофлек, сделали, добавили ароматическое масло или там какие-нибудь воски и так далее, и получилась маселка. И продавайте его в коробочках своим подругам, говорите, что это там для омоложения или еще что-то. Когда-то девочке посоветовал, она очень хорошо зарабатывает деньги во Франции. Один раз в два месяца или в месяц она делает крема, маски там всякие, потом это спускает, распродает это за субботу-воскресенье на базаре каком-то французском, потом снова в горы уезжает к мужу. А муж ее там клевал, что ты деньги не зарабатываешь, у нас очень плохо. Она всегда была оптимисткой. А можете кинуть ссылку на вебинар об углях, упоминайте? Не могу. Я живу в Казахстане, в Актобе, слушаю вас ежедневно. На некоторые вещи в своей жизни стала смотреть иначе, пользуюсь вашими советами. Просто хочу сказать спасибо вам, что вы есть. Люблю и уважаю. Казахстан, Актобе, ура, я люблю Казахстан. Скажите, если после, почему люблю Казахстан? Многие казахи оптимисты. Вот есть что-то у этих людей такое оптимистическое, знаете, не зря у них такие корни, не зря они такие вот оптимистические люди. Вот что-то у них есть, несмотря ни на что.